как кончилась дорога. Контентика! Застрял. Это после, наверное, перекур стал или что он там. Что-то мне не нравится. Блять. Ах вы,
гады, но мы сейчас это будем нормальными умными пацанами, просто дадим назад. Я знаю путь, я знаю ориентир. Там есть и этот, мы подъездик обойдем. Что-то не обходится. Блядь, это вообще трясина. Нет, зачем? Ой-ой-ой. Вот и все, что сказала мне ты. А я хотел. Приближаемся к высшей точке Владимирской области. Это да, считается высшей точкой Владимирской области. Нормально так разрыло. Ух, как нихуя, когда пешком на квадриус, а тише такая получилась. Красота! Тихо, иди! Давай, иди, чё? Газьяй, давай чуть-чуть. Конечно. Там уже все размыто, там дно твердое.
Так, я туда, вставай туда. А? Давай лебедка. Давай лебедка. Толкни. Вот в сапогах зальет, наверное, тебя чуть. Дорога. Висец.
сейчас порвано, поеду к нему прокачусь еще раз.